чем я занимаюсь, здесь сижу. Ты разговариваешь с Сергеем Анатольевичем по телефону или ночью? Летчан, проект «Склифосовский», шестой сезон, Павлова Ирина Алексеевна. На твоем месте, как бы ты меня ненавидел, я бы не то что в СМИ, я бы даже в нашем отделении была тише травы и ниже ее воды. И ниже ее же. Что ты говоришь? Мне уже надоело. Да, Достоевский прет из меня сегодня. Вот это тише травы, тише воды, Достоевский? Да. Точнее, я забыла, что ниже, что тише. Ниже, ниже. Итак. Ну, давайте, забивайте последний гвоздь в крышку моего гроба. Не бьет. Сиди. Сиди. Проходите, пожалуйста. Можно пройти? Да, можно пройти. Сиди. Сиди. Нет. Ковер нам положили. Нет, закрыта ваша квартира. Извините. Я сейчас вам открою. Все, я боюсь, сейчас мы в опасной зоне. Мы в опасной зоне сейчас. А? Ой-ой-ой. Ой, сейчас, секунду, правда, сейчас у нас началось, мне кажется. Ой, блин. Все, подумай, Александр Вячеславович, он там. Что ты ей рассказал? Да ничего, мы просто стали разбирать слова, которые там написаны. Миленький, ты самый лучший. А, надо было заставить вас их сказать. Вот мы их сказали просто. Фу, все. Нет, ну, сложно, блядь. Сейчас, ну давайте, да. Шапата. Извините, пожалуйста. Анечка. С металлом туда можно? С металлом можно, Маша говорит. Даже нужно с металлом. Чем больше металла, тем лучше. Нет, в смысле, ремень, там, спица в глазу. Нормально. Ремень, спица, просто изумительно. В операционную не надо с ремнем. А туда прекрасно. Я еще узнала у нашей героини пирсинг. А вот с пирсингом нельзя. Снимать. Зачем вы там друг другу рассказали, что я не слышала? Чтобы мама спряталась за экран. Юленька, 3.39. Давай, любовь. Я начну. Начни, мой солнышко. 3.39.1.1. Ой, господи. Поцелуйтесь еще при всех. Не завидуй. Нет, Зина, не завидуй. Надо будет, поцелуй. 1.27.1.3. Ну что ты вот с ним сделала? Мишанчик, подойди к лицу, и там белый галатик можно вытереться. Выйдем. 1.27.1.4. Мишан приболел. Стали как им удобно, а на остальных плевать. А там телефон написан. Есть, да? Угу.